В работу новой почты вмешивается государственная фискальная служба. В официальном заявлении руководства компании подчеркивается, фискалы осматривают все без исключения посылки, фотографируют и снимают на видео прием бандеролей с авиа и даже автомобильных рейсов. При этом каких-либо нарушений, которые давали бы основания для такого усиленного внимания, с их стороны не найдено. Осмотр международных посылок проводится уже пятый день. Это грозит повальными задержками доставки грузов. Каких-либо нарушений не выявлено. Мы сделали обращение в государственную службу. На прокуратуру сейчас планируем на противоправные действия со стороны